Третьяковская галерея и благотворительный фонд Владимира Потанина представляют «Культурное лидерство в современном мире». Говорить мы будем прежде всего о том, кому сегодня в нашем мире принадлежит музей, кто может определять жизнь и стратегию музейного развития, каковы ценности и миссии ваших музеев. И самое существенное, ваши музеи, известные во всем мире, возникли давно и возникли как новые прорывные. Не было таких музеев. Не было национальных галерей. Третьяков скорее собирал в его представлении актуальное искусство, нежели классическое. Ему в голову не приходило, что актуальное искусство станет классикой. Так же, как и музей Виктории Альберта. И вы примерно в одно и то же время возникли. Не вы, музей. И это середина 19-го. Если смотреть на другую точку отсчета, когда Третьяков покупает свой дом. 51-й, если я правильно, 1851 год. И примерно тогда же возникает музейная институция. Прошло много времени. Как, знаете, положено в сериале говорить. Шло время. Поменялись эти ценности? Поменялись ли эти задачи? Что значит сегодня транслировать эти ценности изнутри тех великих собраний, которые есть у вас? Зельфира Исмаиловна, прошу вас. Спасибо, Александр. Хороший вопрос, кому принадлежит музей, кто должен определять стратегию его развития. Официально мы государственный музей, но я думаю, что в широком смысле этого слова музеи действительно принадлежат людям, нации и человечеству. Это звучит довольно высокопарно, но мне кажется, это именно так. Тем не менее, мы, как и любая другая сфера человеческой деятельности, профессионалы. И мне кажется, что пути развития музея сегодня должно определять профессиональное сообщество. Музейное сообщество, сообщество экспертов. И мне кажется, что в этом плане нужно доверять людям, которые занимаются этим делом всю свою жизнь, которые занимаются этим страстно, отдавая большинстве своем всего себя этому делу, потому что на самом деле это счастливая работа, это счастливое дело, когда то, с чем ты каждый день сталкиваешься, это высочайшие произведения искусства, а твоя миссия отвечать за это, сохранять это, исследовать это, развивать это и, самое главное, доносить суть того, что является предметом твоей работы, твоего музея, до людей. Мне кажется, вот в этом и состоит какой-то ответ на вопрос, чем положение музеев сегодня или позиция музеев сегодня или миссия музеев сегодня отличается от того, что было 20, 30, 40 лет назад. 20, 30, 40 лет назад музеи были больше замкнуты сами на себя. Они, конечно, были такими вот храмами искусства, которые все-таки в меньшей степени, чем сегодня, ориентировались на зрителя, на его ожидания, на его потребности. Сегодня искусство и музей, которые его представляют, мне кажется, мощнейший инструмент действительно формирования этой личности и одно из последних таких прибежищ. И я думаю, что именно поэтому музеи сегодня расширяют свою сферу влияния, и они оказываются такими важнейшими культурными центрами. Ну, давайте действительно честно посмотрим на сегодняшнюю ситуацию. Мы сегодня конкурируем не с театром, не с телевизором даже, мы конкурируем с торговыми центрами.
И мне кажется, что вот мы тоже это должны осознавать и понимать, что мы должны становиться такими важнейшими центрами концентрации культуры, крайне демократическими центрами, потому что билет в музей сегодня в России стоит раза в два дешевле, чем билет на любой киносеанс, на новый фильм. В кино люди проводят 1.5-2 часа и уходят, а в музее сегодня всюду пытаются создать такую ситуацию, когда искусство представляется в широчайшем культурном контексте, когда экспозиции, выставки, я говорю, конечно, в первую очередь о художественных музеях, но, наверное, это распространяется и на все музеи, но на музеи, хранящие художественные произведения в первую очередь, когда музеи пытаются показывать те или иные художественные явления в контексте музыки, литературы, театра, кино. И это вот стремление превратить музей в такое воплощение того самого Gesamtkunstwerka, совокупного художественного продукта, о котором так много писали в 19 и в начале 20 века, вот это очень важная тенденция, и мне кажется, что это крайне положительная тенденция, и возвращаюсь опять к тому, что я сказала, из чего я начинала, что действительно музеям сегодня принадлежит, может быть, большая роль в формировании человека человеком, чем это было раньше. Мы прекрасно понимаем, что тот диалог, который мы ведем с Национальной портретной галереей, что тот диалог, который мы сегодня будем вести с Мартином, это тот диалог, который на нашем уровне возможен, а на современном политическом уровне, к сожалению, нет. И это еще раз подчеркивает вот то, о чем я говорила, что вот та сфера, в которой мы работаем сегодня для общества и для мира, становится абсолютно принципиальной. И еще последнее, что бы я хотела сказать, по крайней мере, вот в своем вступлении, что при том, что половина наших посетителей, по нашей статистике, это люди после 55-60 лет, то есть люди, получающие в России пенсию, мы действительно стараемся сегодня привлечь в музей как можно больше молодых людей. Мы хотим, чтобы они приходили со своими детьми. И мы прекрасно понимаем, что если мы приучим их, тех, кто, в общем, отвык ходить в музей, то через 15-20 лет, через 10 лет они приведут в этот музей своих детей, а потом приведут своих внуков, и все продолжится. А в принципе, я согласна с Михаилом Ефимовичем, что есть серьезная опасность, что это может заканчиваться у нас на глазах, по крайней мере, при жизни моего поколения. Спасибо. Спасибо большое. Если я правильно понял существо вашего высказывания, что музей влияет на современность здесь и сейчас. Да, конечно. И это очень хорошо, из ваших уст особенно, потому что, ну, не секрет, что в России огромное количество людей считают, что культура – это инструмент консервации. Музей – это место, куда современность не имеет доступа. Школа – это место, где не читают книжки про день сегодняшний, где нет места ничему непроверенному. То есть ровно в противофазе тому, что делал Третьяков, который как раз в музей вносил живую современную жизнь. Спасибо. У меня просьба к Мартину Роту включиться и на те же самые вопросы ответить. Кому принадлежит музей, что такое культурное лидерство сегодня и так далее. Добрый вечер. Меня зовут Мартин Рот. Я директор музея Виктория Альберта. Я очень рад быть здесь. Спасибо за приглашение. Александр, меня часто спрашивают, кто сегодня владеет музеями. Я думаю, что музеями владеют все. Музеи принадлежат всем. Лондонскому таксисту, королеве, Зельфире и всем вам. Я думаю, что это совершенно правильно, но во многом зависит от того, как мы это организуем. И наш музей, и Третьяковская галерея
в момент создания, в середине 19 века, были чрезвычайно прогрессивными институтами, которые были ориентированы на будущее, на то, чтобы делиться будущим, просвещать всех. Это был один из самых революционных институтов, результат знаменитой всемирной выставки 1851 года. Была идея просвещения, быть с людьми, помогать людям, художникам и простым рабочим, неважно, что имеется в виду под этим словом, понимать искусство. Дело в том, что через три года, в 1854 году, был написан коммунистический манифест. Он был опубликован в Лондоне. Вы, наверное, знаете, что Карл Маркс работал над «Капиталом» в британской библиотеке. Тогда очень много говорили об образовании. Принц Альберт был изобретателем вот этой идеи, что образование и просвещение — это главные темы будущего. Education will be the topic of the future, and he has to do something for the population. And I think it's сегодня дела обстоят точно так же. Мы работаем для всех. Мы для всех. Это означает, что мы должны работать очень открыто, очень продуктивно просвещать людей через участие, через стремление делиться идеями, через иногда какие-то рискованные шаги. Maybe it's too much for right now. Maybe we can talk about that later. But может быть, мы поговорим об этом позже. Как немец, я люблю музеи в Соединенном Королевстве. В Великобритании они очень хорошо организованы. Я подчиняюсь попечительскому совету. Попечительский совет от имени государства, правительства и общества руководит всеми этими институтами. А я подотчетен попечительскому совету. Меня назначает премьер-министр. Председатель совета попечителей тоже назначается премьер-министром. И вот этот принцип совместной деятельности работает очень хорошо. Если возникают проблемы, то можно обращаться прямо к правительству. Я это делал всего один раз, но наша ответственность общая, и мы работаем в открытой дискуссии. Вы можете спросить меня, как я определяю свою работу в музее? Что это такое? Я считаю, что главная задача — делиться. Делиться знаниями, предлагать вдохновляющие стимулы, предлагать наши знания в качестве вдохновляющих стимулов для наших посетителей. Я убежден, что мы с коллегами должны идти на риск. Если мы не идем на шаг впереди, если мы не делаем что-то рискованное, то это сделает кто-то другой. Риск должны брать на себя мы, предлагать новое, изобретать новое, обсуждать это с публикой, с общественностью. Почему музеи так важны сегодня? Я думаю, что еще по той причине, что когда мы смотрим на наши коллекции, мы видим, что они помогают формировать будущее. Смотреть в прошлое, чтобы помогать формировать будущее. Это очень важно. Когда я начинал работать в музеях, я этого не ожидал. У меня была докторская диссертация по музеям, по культурной политике в 20-30-е годы в Германии от Веймарской республики до Третьего рейха. Я не планировал работать в музее. А когда я был интерном в одном из музеев летом, мои коллеги в университете сказали: «Ты что, действительно хочешь работать в музее?» Тогда всем хотелось работать в средствах массовой информации. Это конец 70-х годов, начало 80-х. Музеи для меня — это нечто радикально изменившееся в нашем обществе. Я помню время, когда музеи были пустыми и пыльными. Все посетители были старше 60 лет.
Сейчас все совершенно по-другому. Музей интересует молодое поколение, и молодое поколение ожидает от нас, что мы будем обсуждать темы будущего, что мы достаточно открыты для того, чтобы вовлечь молодых людей, причем обязательно и для обсуждения этих проблем будущего. Каковы критерии оценки общественной ценности? Это очень трудная тема. Если вы кинорежиссер или работаете в опере и спрашиваете публику, что вы хотите увидеть дальше, то это не работает. Бросать вызов общественности, стимулировать общественность должна команда людей, объединенных готовностью к серьезной дискуссии, к спору. Когда я захожу на выставку, я спрашиваю, вам понравилось это? Что значит понравилось? Это значит принимать определенное напряжение, определенный полемизм, готовность услышать или отвергнуть мнение другого человека. Это часть культурной программы выставки. Но один человек в этом лидирует в данном случае. Это Зельфира. Потому что в конечном счете это она берет на себя риск. Она выступает от имени института, организации, от галереи в данном случае. И она, конечно, должна делать это во взаимодействии со своей командой. Но есть одно лицо, которое обращается к общественности, которое готово защищать концепцию лидерства. В нашем мире нужно иметь мужество. Надо иметь смелость говорить вещи, которые иногда обществу не кажутся здравым смыслом. И быть готовым выйти за эти пределы. Музеи должны иметь свободное пространство для разных мнений, для того, чтобы их распространять. И лидерство означает, иногда надо идти на риск, принимать какие-то другие мнения и создавать платформу для дискуссий. Если вы спросите меня, как я руковожу работой музея, я скажу, что мой стиль, мой подход последние 20 лет, я руковожу. Да, я среди равных в команде, но в конечном итоге голову отрежут мне, если все будет плохо. Поэтому я первый среди равных. Если вы хотите работать со мной, то вы эксперт. Я работаю с вами, потому что я доверяю вам, как эксперту. Я плачу вам за это деньги, и поэтому я не буду говорить вам, что вам делать. Вы мне скажите, что хотите делать, а потом мы это обсудим. Я вам даю платформу, сцену. Музей — это платформа. Мы определяем с самого начала. Если вам нужно больше времени, больше денег, скажите. Если меньше денег, меньше времени, тоже скажите. Вы эксперт. Я с вами взаимодействую. Лидерство — это сочетание разных компетенций, экспертного опыта и создание идеального из этого идеального института. Спасибо. И прежде чем, я надеюсь, все-таки будут вопросы от вас, это важнее, я задам свой. Вы могли бы кратко, несколькими словами, определить, как вы видите, миссию своих музеев здесь и сейчас? Не 20 лет назад, не через 20 лет назад, а здесь и сейчас. Первое, второе, третье, ну, может быть, до пятого дойдем максимум. Зельфира. Ну, мне это легко сделать, поскольку мы как раз последние полгода занимались разработкой программы развития. Мартин Рот был членом международного жюри, определявшего победителя, компанию-консультанта, вместе с которыми мы эту программу и создавали. Когда они приехали первый раз, это был главный вопрос, на котором они сосредоточились. Честно могу сказать, даже мне, а уж моим коллегам, наверное, и подавно, вот эта сосредоточенность на определении миссии и ценностей, которые стоят во главе угла,
казалось таким, ну, следованием какой-то вот необходимой формуле этих программ развития. Но потом, когда мы вырабатывали это совместно, отшлифовывая каждое слово, оказалось действительно, что в процессе отработки этих понятий мы, может быть, впервые всерьез задумались, в чем наша особость, в чем наша миссия и как мы планируем действовать. Поэтому вот передо мной лежит эта выдержка из миссии и ценностей. Я просто быстренько по ним пройдусь. Ну, конечно, первое это сохранять, исследовать, представлять и продвигать русское искусство. Понятно, что это лежит в основе миссии любого серьезного крупного музея. А вот вторая – это то, что мы, наверное, сейчас сформулировали вот так четко на первый раз. Продолжать как бы вот дискуссию, и это очень правильное слово, той важной роли, которую играют искусство и конкретно наша коллекция в формировании понятия русской культурной идентичности. И тем самым продолжать идеи и традиции Павла Михайловича Третьякова. И последняя позиция нашей миссии – это изменять и делать лучше жизнь людей через их общение с искусством. И мне кажется, что это сегодня невероятно важная вещь. И выставка Серова, вот когда меня спрашивают, в чем успех этой причина успеха этой выставки, действительно мы внесли в жизнь тех 485 тысяч человек, которые пришли к нам на выставку, 2, 3, 4, 5 часов счастья этой выставкой. А, и заставили очень о многом задуматься. Ну и про ценности уж говорить не буду, я достаточно много говорила о миссии, а то это превратится в такой монолог. Ну, готова буду. Спасибо. И об этом тоже сказать. Тот же вопрос Мартин Роту. Постараюсь быть кратким. Скажу только о том, что меня больше всего беспокоит. Самое важное, и это объединяет нас, мы отвечаем за прекрасные коллекции. И мы делаем все, чтобы нашу коллекцию содержать в безопасных условиях, и мы стараемся ее пополнять. Важно не только ее сохранять, но и представлять обществу. Это самое главное среди наших стратегий и задач. Это основополагающий элемент для нас всех. Помимо этого, я хочу перечислить еще ряд вещей, не в иерархическом порядке, не по приоритетам, а просто несколько мыслей, которыми я хочу поделиться с вами. Во-первых, безусловно, то, что мы живем в космополитичном международном мире, где есть возможность делиться своими ценностями со всеми на Земле, общаться друг с другом из любой точки мира в считанные секунды. И музеи должны действовать точно так же. Я не всегда уверен в эффективности мягкой силы, культурной дипломатии, потому что у нас есть настоящие дипломаты, и они могут делать свою работу намного лучше. Я только скромный директор музея, но нам помогают Британский совет, Министерство иностранных дел страны и другие институты, чтобы мы могли делиться нашей коллекцией, нашими знаниями с другими частями мира. И нет никакой иерархии, все равны. Во-вторых, это цифровые технологии. У нас есть новые возможности, которые открывают совершенно новый мир. В течение 20 лет мы все оцифровываем, оцифровываем и оцифровываем. А теперь мы не знаем, что с этим всем делать. Меня часто спрашивают, какая у вас цифровая стратегия? И мой ответ всегда такой, какая разница между этим и этим? Потому что сегодня не так важна цифровая стратегия. Это то же самое, что спросить, вы используете ручку, чтобы писать, или карандаш? Цифровая среда теперь повсюду. Что мне хотелось бы изменить в музейном мире, уж точно в музее, который курирую я, так это то, чтобы все было доступно мгновенно. Например, сделать качественную тематическую выставку сейчас занимает около 4-5 лет. Безусловно, исключительно важно, чтобы были проведены качественные исследования, чтобы все было учтено. Но в то же время иногда требуется немедленная реакция. Мы должны представить объект, чтобы дать ответ на актуальный вопрос. Вот один пример. В музее Виктории Альберта есть потрясающая коллекция сирийских предметов искусства. Мы собираем их вместе с Дамаском
Дамаском уже 160 лет. В связи с этим ужасным конфликтом в Сирии тема приобретает актуальность. Если вы хотите увидеть предметы из Алеппо, то вы можете прийти в музей, но 90% из них находится в хранилище. Поэтому мы должны придумать способ, как сделать эти предметы искусства доступными с помощью цифровых технологий и в цифровом виде, и в физическом формате, и в целом. И это лишь идея того, чем мы будем заниматься в будущем. И, наконец, еще один момент очень важный. This is on YouTube. Если наши города будут развиваться так же интенсивно, как сейчас, очень многие люди не смогут себе позволить жить в этих городах. В моей команде в музее есть люди, которые ездят на работу ежедневно по 2 часа в каждую сторону. Возникает вопрос, что мы можем сделать в очень богатом, процветающем обществе с огромным количеством различий, где некоторые люди зарабатывают за секунду больше, чем другие за всю свою жизнь. Как мы можем делиться и делать культуру доступной для всех участников этого общества? И как я могу сделать так, чтобы все 800 сотрудников музея Виктория Альберта получали бы достойную зарплату, чтобы продолжать свою работу на очень высоком уровне? Спасибо. Есть ли вопросы? Готовы ли? Да, прошу. Было сказано, что ваши два замечательных музея основаны приблизительно 150-160 лет назад. И тогда, в общем, было приблизительно понятно, каким образом строилась коллекция. Что касается Третьяковки, это была, ну, условно говоря, личная миссия, как он ее понимал, одного человека. Сейчас ситуация другая, как вы говорите, и как, наверное, большинство людей понимают. Условно говоря, владельцем таких замечательных собраний национального значения, мирового значения являются целые народы, государства, а может быть даже весь мир. И нужно принимать решение о дальнейшем формировании коллекции. Более того, ведь это решение будет впоследствии влиять и на актуальное искусство. Сам факт приобретения того или иного произведения того или иного художника, например, Третьяковской галереи, безусловно, является и влиянием на развитие искусства в дальнейшем. Скажите, пожалуйста, вот эта вот огромная ответственность и в то же время необходимость такого большого видения, внутреннего понимания процесса должна быть облечена в некую форму, в процедуру. Как при ограниченных ресурсах, ограниченных деньгах, ограниченных выставочных площадях, как технологически принимается решение о приобретении новых экспонатов в коллекцию? При всей, повторяю, это огромная ответственность. Спасибо большое. Хороший вопрос. Ну, на самом деле, это одна из серьезных сегодняшних проблем, потому что денег на приобретение очень мало или их нет вовсе. И при этом с очевидностью решение вопроса о текущей крыше является более актуальным, с одной стороны. С другой стороны, к сожалению, за 90-е и нулевые мы упустили лучшие работы художников, которые были активны именно в эти 2 десятилетия, например. А десятилетиями ранее мы не имели возможности покупать работы таких великих живущих художников, как Илья Кабаков или Эрик Булатов. Поэтому в нашем современном собрании, которое при этом достаточно большое, и, наверное, на сегодняшний день в силу ряда причин является лучшим музейным собранием современного искусства, что мы демонстрируем на выставке «Перезагрузка», которая только что открылась на Крымском валу, есть серьезные-серьезные лакуны. И я думаю, что единственная возможность сегодня, реальная, эти лакуны как-то прикрыть, это работа с современными коллекционерами, теми русскими коллекционерами, которые как раз в эти годы, в 90-е и в нулевые, аккумулировали у себя самые интересные произведения, создававшиеся живущими в тот момент и самыми активными художниками. Мне кажется, что
И как раз мы, поскольку наша коллекция как бы опирается на три крупнейших частных собрания, это собрание Павла Михайловича Третьякова и его брата Сергея Михайловича, причем хочу обратить внимание, это было собранием не только русского искусства, Сергей Михайлович собирал западноевропейское искусство, и то, как выглядела Третьяковская галерея во времена, когда были живы братья Третьяковы, это было современное русское искусство, которое представлялось в контексте современного ему западноевропейского искусства. Конечно, Сергей Михайлович Третьяков Матисса или... Ну, он умер в 90-е годы, хорошо, импрессионистов не собирал, но Бастен, Лепаже и Куро, которые сейчас висят в Пушкинском музее, собирал. Поэтому это очень интересное вообще обстоятельство, что русское искусство показывалось в западноевропейском контексте. Вторая коллекция – это та коллекция, благодаря которой мы сегодня известны как один из главных музеев мира, хранящий русский авангард. Это коллекция Георгия Дионисовича Костаки. И что касается современного искусства, то это собрание Леонида Далчкина, известнейшего коллекционера неофициального искусства и современного искусства, которое в 2014 году было подарено его вдовой Третьяковской галерее. А то, что не было подарено, было куплено Министерством культуры в их последней большой закупке. И тоже то, о чем я говорю, вот работа с коллекционерами, работа с ними, с тем, чтобы они предоставляли нам на долговременное экспонирование какие-то важнейшие произведения современного искусства, которые бы делали ту картину постоянной экспозиции, которая у нас существует на Крымском валу, полной и максимально исчерпывающей, и работы с ними, с тем, чтобы кто-то из них дарил нам какие-то важные, серьезные работы из своего собрания. Спасибо. И, наверное, тщательная работа с молодыми художниками, но здесь ты берешь на себя риск, потому что, как сказал Илья Кабаков, будущее возьмут не всех. Я переформулирую вопрос для Мартина Рота. И не буду задавать его Зельфире Исмаиловне, чтобы ее не подставлять. Есть ли работы, которые ваш музей по эстетическим соображениям хотел бы включить в свою коллекцию, но по цензурным соображениям не решается на это? Censorship reasons. По вопросам цензуры? Censorship reasons. What is censorship reasons? Что такое вопрос цензуры? Да. По-моему, этот вопрос был прекрасным ответом. Это и есть ответ. Да. I think it's not very complicated. I think we can. Я думаю, что это не так уж и сложно. Мы можем управлять музеями с элементами бизнеса. Но все-таки это не бизнес. Это все-таки не музей футбола. Мы должны работать по-деловому, эффективно понимать, что такое деньги. Но в то же время должен быть контекст, в рамках которого вы работаете по-деловому, но не как дельцы. Так что у вас должно быть право, должен быть контекст, благодаря которому вы можете начать бизнес. Но я имею в виду, что я говорю о вас и о Соединенном Королевстве. Я думаю, что государство должно взять на себя ответственность. Я думаю, что наше правительство должно понять, что окончательная ответственность все-таки лежит на них. Я не хотел бы, чтобы в какой-то момент все это лежало на наших плечах. Это и есть государственная ответственность. Надо сбалансировать эти ситуации. Потому что если музей работает не только на современность, но и на будущее, то государство свою часть ответственности должно за это будущее нести. Иначе зачем нужно государство? Абсолютно. Но вложение в будущее – это вот самая дорогостоящая часть того, что мы делаем. И это правда. И здесь нам без помощи государства не обойтись никак. Никакие спонсоры и никакие заработанные деньги. Серьезное будущее развития музеев и инфраструктуры. И сохранение вот этих уникальных коллекций, которые принадлежат всей нации, всему человечеству, конечно, не обеспечит. Спасибо. Тут я с Мартином согласна. Вопрос Михаил Каменский. Ну, я правильно понимаю, наверное, что культурное лидерство – это в том числе и способность музея
как априори культурного лидера предложить своей стране, предложить нации некие стандарты визуальные. Вы говорили, Зельфира, об искусстве, которое соотносится с понятием национальной идентичности. В связи с этим я хочу вас спросить, а считаете ли вы, что русский авангард является частью русской идентичности, российской идентичности? И я спрашиваю вас об этом как гражданина Российской Федерации. Да, абсолютно да, и еще раз да. И простой пример, который, мне кажется, этот ответ доказывает. Когда в Пушкинском музее экспонировалась выставка Пикассо в 2011 году, я впервые увидела там работу Пикассо 2013-2014 года. Таких работ всего несколько, 3-4, они хранятся в музее Пикассо в Париже, откуда приехала выставка. Так вот, в 2013-2014 году он пришел к формулировке того, что можно было, в общем, с некой натяжкой назвать протосупрематизмом. Так вот, Малевич и Татлин, следуя за ним, дошли до этого, и вот это они развивали именно в силу того, что то, что показалось испанцу, жившему в Париже, может быть слишком жестким, ограниченным, слишком концентрацией концепции, а не таким, не знаю, пиршеством каких-то радикальных, парадоксальных, но визуально богатых идей. Вот мне кажется, это прекрасное доказательство тому, что вот эти радикальные формулировки русского авангарда — это вот то стремление к некоему абсолюту и к высказыванию пророческому по сути своей и далеко выходящему за рамки того, что вообще принято считать искусством. Русские всегда стремились к абсолютной формуле, и это мое глубокое убеждение. Если вы, как немец, возглавляете крупнейший британский музей, и перед вами встает вопрос, является ли некий художественный объект, вернее, художественное направление, частью британской идентичности. Каким образом вы решаете этот вопрос, если вообще такой вопрос имеет право на существование для директора британского музея? Такой вопрос может быть поставлен, с моей точки зрения, перед любым директором, тогда, когда он должен принять решение начинать новую коллекцию, продолжать старую коллекцию, приобретать те или иные предметы, которые с точки зрения музея, как культурного лидера, важны для нации, которая управляет и владеет тем или иным музеем. Спасибо. Окей. Есть короткая и длинная версия ответа. Короткая версия. Принц Альберт был основателем музея. Он был немцем, и, насколько я помню... И, насколько я помню, были и здесь немцы, были и там русские. Поэтому я всегда говорю так. Я родился в 55-м году, через 10 лет после войны. Я не очень, честно говоря, хотел родиться немцем. И потом не очень хотел быть немцем. Я хотел быть европейцем. И меня назначили директором Британского национального музея. Я не очень верю в идентичность объектов, в объекты как проявление идентичности. Я верю в творчество, которое связано с определенным культурным фоном. Я был генеральным директором музея в Дрездене на протяжении определенного времени. В Дрездене изумительная коллекция, которую начали собирать 700 лет назад.
Но там и русские, и греки, и норвежцы, и итальянцы, и китайцы, и японцы. И где же национальная идентичность Августа Сильного? Я верю в позитивную синергию разных идентичностей. Я ненавижу шовинизм. Я думаю, что музеи созданы для равенства международных идентичностей. Но в то же время я служу этой нации. Я помогаю Великобритании найти новые таланты, новых художников, архитекторов, дизайнеров. И в то же время мы делимся этими талантами с другими странами, и мы рады этим делиться. Спасибо. Спасибо. Вы западный немец и начинали свою работу в традиции западно-немецкой музейной школы. Затем вы возглавили Дрезденскую группу музеев, там 11 или 12 музеев, объединенных в общий блок. После этого вы возглавили музей Виктории Альберта. Менялось ли ваше представление о миссии музея при переходе из одной музейной среды в другую? В современном мире это различие ощущается или оно тоже уже стирается? Это очень хороший вопрос. Вы меня спрашивали, какие приоритеты. Я думаю, что эта ситуация связана с возможным выходом Великобритании из Евросоюза. Уйдет или не уйдет. Это очень трудная ситуация для культурной среды, потому что все мы определяем себя как часть международного, а значит, европейского контекста. Определить это иначе было бы очень трудно. Я, кстати, работал еще 2,5 года в Париже в рамках исследовательской программы музея. У нас очень разные стили менеджмента, руководства музеями в Европе. И я не говорю о неевропейских странах. Система, которую я предпочитаю, зная французскую, немецкую систему, это все-таки это британская музейная система. Потому что здесь есть то двустороннее сотрудничество, о котором я говорил. В Германии, если у вас хорошие отношения с министром, то у вас все хорошо. Если плохие, то не очень. И у вас должны быть очень хорошие отношения с министром финансов, потому что он вам поможет. Во Франции четкая вертикаль. Патрон определяет все. Эта система вверх-вниз. А в Великобритании очень демократичная ситуация. Предоставление возможностей, распределение ответственности, сотрудничество с попечительским советом. Это нелегко, но это обмен опытом. Это дает дополнительные возможности и распределяет ответственность. У нас есть эксперты в области финансов, строительства, которые помогают нам управлять музеем. Это модель, которую нужно воспроизвести и в других странах. Спасибо. Прошу. Мой вопрос к Зильфире Трегуловой, но если Мартин Рот ответит на него тоже, я буду счастлива. После революции так случилось, что наши музеи, в которых раньше искусство русское соседствовало с европейским, как и в Третьяковской галерее, да, коллекции Павла и Сергея, так и в Румянцевском музее, например, постепенно их как бы отделяли зерна от плевел, эти направо, эти налево, русское искусство отдельно. И вот такая обособленность русского искусства в наших музеях, не влияет ли она
на наши судорожные все время поиски этой национальной идентичности, вместо того, чтобы искать связи и общности? Нет, ну, речь, конечно, не идет о том, чтобы сосредоточиться только на поиске идентичности. И мне кажется, что вообще то, что мы сейчас делаем, вот то количество выставок из зарубежных музеев, которые мы планируем организовать в ближайшие годы, причем выставок тех художников, которые оказали серьезное влияние на отечественное искусство. Например, у нас запланирована серия выставок скандинавских художников, чье влияние на русское искусство конца XIX, начала XX веков было очень сильным. Или сейчас мы планируем открыть новое здание, которое строится здесь, на Кадашевской набережной, масштабной выставкой, которая бы показала другое, показала бы, что русские художники, художники русского авангарда, о которых вот как раз мы говорили, что они в 10-е, в начале 20-х годов сформулировали те главные художественные идеи, в общем, многие из самых главных художественных идей 20 века, которые потом, после войны, многие послевоенные художники, европейские, американские, стали развивать и сформулировали как бы во всей полноте и блеске. Поэтому, наверное, вот показ национального, в том числе, искусства, а мы все-таки сейчас музей национального искусства, и не задаваться вопросом о национальной идентичности. Послушайте, но англичане сделали это первыми. Помните книжку Певзнера «The Englishness of English Art»? Наверное, все-таки интересно понять, в чем же как бы наша особость. И, кстати, мы это пытались сделать на выставке России с восклицательным знаком в музее Гугенхайма в Нью-Йорке. И я думаю, именно потому, что это был не компендиум русского искусства, а как раз попытка сформулировать нечто важное, что одинаково отражается в иконах XI-XII веков и в произведениях современного искусства живущих художников, составляла особенность этой выставки и сделала ее столь популярной, что до 13-го года она была самой посещаемой выставкой в истории музея Гугенхайма. Это должно показываться в контексте, во взаимоотношениях, в развитии, и тогда это интересно. Думаю, можно? Я просто имела в виду именно постоянные экспозиции, не выставки. Я понимаю, что в выставках это очень, эту тему можно развивать, но постоянные экспозиции, мне кажется, вот это вот разделение произошло после того, как рухнула идея про мировую революцию, и мы как бы отгородились таким забором от всего остального мира и построили социализм в отдельно взятой стране. Да, но, к сожалению, уже западноевропейский контекст нам не восстановить. И сама, как бы, любая попытка в этом направлении — это ящик Пандоры и, в общем, абсолютно невозможная история. Спасибо. Вот я ехал сюда в метро. И это был битком набитый вагон, потому что час пик, люди возвращаются с работы. Работа тяжелая, скучная. Они являются адресатом ваших ценностей? Они включены в эту современность и в это будущее? Или они отдельно, а мы в этом прекрасном мире отдельно? Вопрос к вам как к лидерам. Да, может быть, Зельфира, вы начнете. Должны быть включены. Должны быть включены. И на самом деле вот это сложнейшая задача, которая перед нами сегодня стоит. Действительно привлечь людей в музеи, которые невероятно способствуют трансформации, облагораживанию личности вне зависимости от полученного образования. С другой стороны, никоим образом нельзя опускаться ниже определенного стандарта и уровня, нельзя превращаться в некое сугубо развлекательное учреждение. Это очень сложная, очень тонкая задача, которую нужно сегодня решать, но ее нужно решать. И поверьте, эту задачу решают музейщики всего мира. Я только что была в Нью-Йорке на очень интересном коллоквиуме музейных директоров, где поняла, что
директор ли ты музея Метрополитен, Третьяковской галереи или музея в Сингапуре. В общем, проблемы и вопросы стоят очень схожие, в том числе и вовлечение в орбиту людей с окраин. И Метрополитен, например, делает совершенно замечательные программы. Подростки, называется «Teens Gain the Met». Подростки захватывают Метрополитен. Они работают с 40 округами по периметру Нью-Йорка, Боро, с педагогами, со школами. И два раза в год действительно отдают музей Метрополитен на откуп в основном черной молодежи. Действительно, подросткам, молоденьким девочкам, мальчикам, которые никогда в жизни не были в музее. И для них это невероятно важная работа. И вот на этом коллоквиуме каждый докладывал о какой-то очень важной для них задаче. Я рассказывала про выставку Серова, потому что действительно такой интереснейший феномен. А Томас Кэмпбелл, директор Метрополитен, говорил об этой программе «Подростки захватывают мед». Мы должны, и вы упомянули о метро, мы как раз планируем распространиться и на метро, и быть в метро. Мы только что подписали соглашение с Департаментом транспорта города Москвы о том, что с сентября месяца станция метро «Парк культуры» и пара поездов, которые курсируют по красной линии, станут таким приглашением в Третьяковскую галерею на Крымском валу. И источником знания и как бы некой возможностью получить это знание, пока ты едешь в метро с помощью приложений, которые ты получаешь, проезжая от станции X до станции Y, а потом тебя все на этой станции Парк культуры будет вести к тому, что через 500 метров Третьяковская галерея, ты можешь это все увидеть. И это не реклама в метро, это действительно попытка образовать людей, заинтересовать и привести в музей. И тех людей, которые ездят в метро каждый день. Но надо уметь идти и навстречу к тем, кто пока не готов, и пытаться разговаривать на их языке, чтобы обучить их своему. Я вспомню почти апокрифическую историю о русской писательнице Татьяне Толстой, которая выступала в колледже под Нью-Йорком. Ее встретили ребята в перевернутых кепках, афроамериканцы. И такие, в общем, такие ребята не то чтобы читающие книги каждый день. Она русская писательница, которая о неведомой литературе пришла с ними разговаривать. Она подумала и сказала: «Здравствуйте, ребята. Я приехала из страны, где главный писатель происходил из черных, и у него были белые рабы». И разговор начался. Probably it's a bit arrogant, but I don't think it's so. It's... Прежде всего, не ждите, что каждый хочет ходить в музей. Я не жду от всех такого желания. Не у всех есть, наверное, желание ходить в клуб. Это не самое главное. Если вы начинаете интеллектуальную выставку, которую вы хотите подать как популярную выставку, это не будет работать. Нужен определенный менталитет. Вот наша выставка Дэвида Боуи была очень успешной. Мы этого не ожидали. Но мы сделали так, что это понравилось всем. Десятилетнему и 80-летнему. Мы могли смотреть ее по-разному в любое время. Ночью люди танцевали в музее. Не думайте, что люди, которые с удовольствием ходят в торговые центры, будут с таким же удовольствием ходить в музей. Этих людей нужно привлечь. Я хочу сказать, работайте с теми, кто хочет идти в музей, кто открыт к новым идеям. Может быть, мы говорим об этом слишком часто, но для нас стало сюрпризом, что пришло 500 000 человек.
что мы были открыты ночью несколько дней. Люди приходили в музей в 4 утра и танцевали. Люди приходили в 10 вечера и казались, что они пришли в клуб, а не в музей. И, конечно, очень многих привлекает свободный вход. Я не хочу соревноваться с торговыми центрами. Это разные лиги. Спасибо. Когда мы начинали, нам казалось, что финал — это будущее, и этот финал не скоро, но прошло 1.5 часа, и то, что было будущим, оказалось в прошлом. Так и в музейной деятельности. Если ты не движешься в будущее каждую секунду, ты очень быстро окажешься в прошлом. Вы сделаете все, чтобы это не случилось. Спасибо вам. Спасибо переводчикам, спасибо организаторам и Третьяковке, музею, и фонду Потанина. Спасибо вам.